Здравствуйте, это программа «День города», в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Первые в космосе о великих рязанцах, связанных с космонавтикой, можно узнать из книги нашего земляка. Лодки на воду, паводок в селе Заокское Коростово. Наша служба и опасный труд нас, сотрудники МЧС, приняли участие в 9-х региональных соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ. Половодье в Рязани идет полным ходом. Затоплено 12 низководных мостов, 10 населенных пунктов отрезаны от большой земли. В настоящий момент организовано 5 лодочных переправ. Вода добралась и до села Заокское Коростово. В 2013 году уровень воды практически достиг отметки в 7 метров. Этот показатель остается рекордным до сих пор. В 2018 году вода поднялась на 3,5 метра. Однако она продолжает прибывать. Сотрудники МЧС прогнозируют, что ее уровень увеличится минимум на 80 сантиметров. Однако волноваться не стоит. По словам главы администрации Рязанского муниципального района, приняты все меры для обеспечения безопасности местных жителей. Резерв, запас продовольственных товаров, медицинских товаров, газовых баллонов, потому что многие газовые плиты. Также в селе будет дежурить участковый для обеспечения правопорядка и оператор газовой службы и электросети, которые будут устранять все возникающие неполадки. Дети также будут заняты. В период половодья их опасно отпускать одних. Для школьников разработана особая программа. И это только часть мер. Заключены договоры на перевозку людей водным транспортом, поэтому здесь у нас вопросов не будет. Решены вопросы с транспортом, который перевозит людей, тентованный, специализированный. Заключены соглашения с ГИМСом, если нам необходима будет помощь, они нам ее окажут. И с МЧС мы решили все вопросы, которые необходимы, по плавсредству нам будет оказана эта помощь. Проверить, как с половодьем справляется село, приехал глава управления МЧС России по Рязанской области Сергей Филиппов. В целом, все мероприятия, которые были ранее приняты на комиссии по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности, главой администрации района выполнены и обеспечено все необходимое этих двух сел, даже если перельет эту резервную дорогу. Поэтому угрозы сильного подтопления мы не ожидаем. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят мониторинг реки Оки. По их словам, по России наблюдается снижение уровня воды. Однако в Рязани ситуация складывается с точностью да наоборот. По прогнозам, пики половодья выпадут на выходные 14 и 15 апреля. В понедельник ожидается спад. Ситуацию без внимания оставлять нельзя. На контроль взяты все бесхозные мосты в области, а также принимают меры по самым паводкоопасным населенным пунктам. Ежегодно правительством Рязанской области принимаются меры для того, чтобы было меньше подтопленных мостов, меньше переливов дорог. Именно вот в том году построили мост в Шиловском районе, в этом году уже не переливает. В этом году выделены средства для проектно-сметной документации в Старожиловском районе. Правда, по словам главы администрации Рязанского муниципального района, постройка моста ситуации не сильно поможет. Стоит воде подняться выше 4 метров, как зальет и его. Поэтому нужно разрабатывать новые меры. А пока жители села Заокское Коростово ежегодно готовится к паводкам. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Эта служба и опасна, и трудна. Спасатели из 17 регионов Центрального федерального округа собрались в Рязани для участия в 9-х региональных соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Наша съемочная группа стала свидетелями того, как спасают человеческие жизни. Доблесть и честь – их работа спасать чужие жизни в самых сложных ситуациях. Хоть ребята приручили огонь и научились устранять даже самые тяжелые последствия чрезвычайных происшествий. Сотрудники МЧС из 17 регионов приехали в Рязань побороться за звание лучших. Для каждой команды придумана легенда. По сценарию произошла авария, в результате которой пострадал водитель, он сломал ногу, и пассажир, у него перелом руки. Роль пострадавших исполнили реальные люди. Было очень интересно для нас. Вот мы статисты здесь, пытаемся там изображать, стараемся реалистично пострадавших, создавать реалистичные условия для спасателей, чтобы они сами вживались в эту роль, чтобы это был не просто конкурс. Это очень интересно для нас. Мы очень были рады, что такой возможности просто. И ребята молодцы, классно все делают. Правда, с нами разговаривают. То есть это же важно именно с пострадавшими разговаривать. Они успокаивают нас. Прежде чем ринуться в бой с опасностью, сотрудники МЧС проверяют готовность техники. После осмотра машину обесточили и проверили на наличие газового оборудования. Далее спасатели удалили стекла и проникли внутрь к пострадавшим, которых накрыли защитным покрывалом. Только после установки защиты крышу и спинки кресел срезали специальными комбинированными ножницами. К основанию кресла спасатели приставили спинальные носилки и перенесли пострадавших к машине скорой помощи. Максимальное время для такой операции 40 минут. Рязанские пожарные справились с задачей за 12 минут.
Результатом мы очень довольны. Время у нас было 12:58. Но соперники сегодня все сильные. То есть все равно напряжение до последнего будет оставаться. В работе спасателей мелочей не бывает. Пожары, наводнения, ДТП – это лишь небольшая часть их трудовых будней. На кону стоят жизни людей и своих товарищей. Здесь, как нигде, важна поддержка и плечо друга. Спартак Харин приехал из Липецка. Он уверен, главное – верить в себя и свою команду. В целом все удалось, были небольшие ошибки, так, в принципе, будем еще совершенствовать свой навык. А так, в принципе, я первый раз вообще, я доволен. Всех спасли? Всех спасли. Главная цель соревнований – это обмен опытом между сотрудниками из разных регионов. Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Кострома – это далеко не вся география участников. Илья Писарев приехал из Тулы. Молодой человек признается, ему не раз приходилось участвовать в ликвидации тяжелых последствий невнимательности водителей. ДТП очень много было. И с автобусом. Людей очень много вытащили, так скажем. Помогли. Пожары постоянные. Мы с ними справляемся. Ничего страшного. Тверская область. Главный судья соревнований, полковник Андрей Петухов, работает в МЧС более 20 лет. Скромно говорит, призвание такое – спасать людей. Готовность команд к ликвидации ДТП оценивает на 5 баллов. Он признается, с каждым годом уровень команд растет, и они показывают лучшие результаты. Во время соревнований судьи смотрят за каждым шагом участников. Здесь важно все. Правильностью выполнения данного этапа прохождения всех соревнований, грамотное оказание первой медицинской помощи и также сплоченность, взаимодействие в команде, все присущие качества, которые здесь. Здесь они показывают выигранные секунды, правильность прохождения всего этапа, еще раз повторюсь. Все эти моменты – это настоящая жизнь, это спасенные чьи-то жизни. Мужество, отвага и выдержка – вот главные качества, которыми должен обладать спасатель. Ведь на жертвенное служение способен не каждый. Эти ребята и так лучшие для тех, кому помогли. А победитель соревнований отправится защищать честь родного города на всероссийский этап, который пройдет в июне в Ногинске. Мария Рудаем, Олег Парамзин, телекомпания «Город». В 2017 году в России было зарегистрировано на 10% меньше пожаров, чем в 2016. Это свидетельствует о том, что граждане стали обращаться с огнем гораздо аккуратнее. К сожалению, возгорания по-прежнему продолжаются. Притом горят как и многоквартирные дома, так и нежилые. Сейчас можно увидеть только следы былого пожара. Поврежден фасад здания и кровля. Внутренние помещения не тронуты пламенем. Пожар удалось ликвидировать быстро. Сообщение о пожаре на улице Некрасова города Рязани поступило 11 апреля в 22 часа 11 минут. В тушении пожара участвовало 5 пожарных автомобилей. Привлекался один человек в личный состав государственной противопожарной службы. Причины пожара – ущерб устанавливается. На пожаре пострадавших нет. По словам сотрудников гостиницы, которая находится в считанных метрах от места пожара, они, как могли, убирали все рядом стоявшие автомобили. Вероятно, это и минимизировало ущерб. Местные жители рассказали, что уже не в первый раз пытаются избавиться от нежилого строения. Мы буквально на прошлой неделе прошли администрацию, уже у номер 20, который раньше отвечал за этот дом. Зашли к пожарникам, которые вот на Каляево здесь у нас все. Оказывается, это ничего дело. Никто не знает, кто должен разобрать этот дом. Для того, чтобы он не загорелся. Опасения местных жителей понятны. Пожар может перекинуться и на соседние дома. К тому же недалеко стоит поврежденный огнем автомобиль. Правда, о том, как сгорел он, можно только догадываться. Вдруг, как и опасаются жители ближайших домов, огонь перекинулся на автомобиль. Или же он располагался рядом со зданием, и его успели оттащить. Так это или нет, неизвестно. Однако вопрос нежилых строений, которых в нашем городе хватает, остается открытым. Что с ними делать и кто за это ответственный? Ведь неизвестно, каким последствиям это может привести. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы. В регионе произошло 26 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено более 5000 нарушений правил дорожного движения. Задержано 4 водителя в состоянии опьянения. Госавтоинспекция Рязани напоминает водителям, что при поездках важно обращать внимание и на метеорологические условия, иначе все может закончиться трагедией. Вчера в 17:15 в Скопинском районе на 81-м километре автодороги Рязань-Пронск-Скопин 22-летний житель города Скопина, управляя автомобилем «Лада Приора», двигаясь со стороны города Рязани, по предварительным данным не выбрал оптимальную скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил опрокидывание автомобиля на проезжей части автодороги. В результате дорожно-транспортного происшествия 2 пассажиров легкового автомобиля были доставлены в больницу. Водитель не пострадал.
12 апреля в России отмечается День космонавтики. Традиционно в этот день принято поздравлять и вспоминать всех тех, кто так или иначе имеет отношение к освоению космоса. Нам же, рязанцам, следует помнить и гордиться тем, что именно на Рязанской земле родился основоположник русской космонавтики Константин Циолковский. Он стал первым, но отнюдь не единственным рязанцем, влюбленным в космос. О наших земляках, космонавтах, ученых, конструкторах можно узнать из книги Александра Куликова «Край рязанский. Многоликий». В июне этого года Александру Куликову должно исполниться 82 года. Однако в своем почтенном возрасте он не теряет интереса к жизни и даже более того, пишет книги. Родился Александр Кузьмич в героическом Сталинграде, а в Рязань переехал по распределению более 50 лет назад для работы на заводе сам. И был поражен тем, что узнал о знаменитых рязанцах. Вообще удивился, ведь я попал на родину Циолковского. А уже здесь я узнал, что, оказывается, Федоров есть рязанец знаменитый. А потом с Аксеновым меня судьба познакомила. Оказались мы с ним вместе, только параллельно учились летать. Он на Украине, а я в Казахстане. Вот. Прикипел к Аксенову немножко. А потом вот, когда мне вот Игорь Александрович Мурок подарил вот эту книжку, им очень удалось хорошо написать вместе вот Александр Огарев, один дев. Тут такой материал был, о котором я не знал. Я, конечно, появилась мысль о всех рязанцев собрать. Александр Куликов уже писал в своих книгах о героических летчиках, а труд «Край рязанский многоликий» решил посвятить знаменитым рязанцам. Оказалось, что около трети его стихов из этой книги посвящены нашим землякам, связанным с космосом. Конечно, первым в этом ряду стоит Константин Циолковский. «Слыл романтиком небесным, всюду дома, на селе, мир земной казался тесным и тянуло к синеве. Был настойчив, расторопен, наблюдателен юнец, трудоголик, часто в поте увлечен мечтой малец. Он доказывал упрямо, верил, твердо говорил, на земле нам места мало, доберемся до светил». Свои стихи Александр Кузьмич посвятил и рязанцу Александру Прокоповичу, инструктору Юрия Гагарина, и Владимиру Аксенову, и мало кому известной Жанне Йоркиной. «Я о ней не знал раньше. Вот, значит, с рядовых до майора дослужила. Так и не полетала, только мечтала. Не состоялись вот эти вот женщины, женский экипаж. Вот, ну вот этих, видимо, не знают рязанцы. А ведь это наши люди, непобедимые. Это уже конструктор ракет. Вот Филин тоже из рязанских кровей». Стихи Александра Куликова, как правило, являются поэтическим переложением реальных событий, так что рязанцы имеют возможность узнать больше о знаменитых земляках. Поэт свое творчество называет гражданским. С его точки зрения, поэзия должна быть практичной, а не абстрактной. В его ближайших планах написать произведения, посвященные сельскому хозяйству Рязани и его работникам. Ну что ж, пожелаем удачи автору и поздравим всех с Днем космонавтики. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязань ожидает наплыв туристов. Наш регион вошел в десятку городов, которые популярны для недорогих путешествий в майские праздники. Список составил российский сервис бронирования жилья. Продолжит Мария Рудая. В Рязани действительно есть на что посмотреть. Древние архитектурные сооружения в ансамбле с историей земского быта завораживают не только туристов, но и самих горожан. В областном центре работают 18 музеев и галерей, 5 театров и концертный зал. Улицы украшают 36 памятников. С каждым годом наш город посещает все больше туристов. Так, в 2017 году в Рязани побывали почти 500 000 человек. Спрос рождает предложение. Именно поэтому стала развиваться современная инфраструктура и транспортная логистика, которая позволяет туристам выбирать, на какой срок приехать погостить. В помощь путнику, осматривающему достопримечательности, будут всевозможные кафе и рестораны, в которых можно отдохнуть и перекусить. Словом, Рязань гостям только рада. Город Рязань имеет удобную транспортную логистику. К нам можно приехать и на железнодорожных средствах, и на автобусах. Это очень удобно для тех городов, которые расположены недалеко от нашего города.
Итак, для наших туристов приготовлено более 70 средств размещения. Конечно же, каждая гостиница, каждое такое учреждение с особым трепетом готовится именно к этому сезону. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад».